в отель Кингтаун. Ресепшн. Поднялись на 7-й этаж, спортзал, маленькая зона, но с видом на море. Так, здесь же у нас рекламка спа. Показывает, что на 8-м этаже спа, но я только что была на 8-м и ничего там не увидела. Сейчас посмотрим. Бассейн. Ага, вот он, спа. Окей. Смотрим номер делюкс. Пожалуйста. Чуть. Балкончик здесь есть. Это балкончик с видом на море, между прочим. Боковой вид на море. Боковой, да. Здесь у нас много. Новенький, чистенький, аккуратненький. Номер сезона, гардеробный. Заполонили. Зона гардеробной. И смотрите, у нас ванна. В принципе, очень хорошо. Ванна нормального размера. Почему нет шторки? Я возмущена этим фактом. Ванна у нас, кстати, панорамная. Быстро смотрим зону бассейна в Кингтауне. Вы слышите, какой бассейн красивый, двухзонный, с видом. Зонтиков, лежаков, шезлонг, точнее, зонтиков нету, лежаки есть. Но такого отеля достаточно. И здесь же у нас зона лобби-бара. Ага, и здесь же на 6-м этаже у нас ресторан. Ой, какой чистенький. Слушайте, ну, по сравнению с предыдущим вариантом, мне вот этот вот очень симпатизирует. Так чистенько. И есть еще открытая терраса. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.